Короче, я доволен. Пойдет. Если сравнивать формат вложения, ну просто как вот удовольствие от полученной машины. Какой-нибудь там КТТС, например, и вот это круче. Ну, это прям классно. Ну, нормально. Ладно, не классно, но нормально. Тишай себя. Не знаю, мне норм. Если бы мне прям не нравилось, я бы уже давно слез с этой машины. А тут... Играем. Но да, он навязывать агрессивную игру, не. Скорее нет. Нечем ему особо ее навязывать. Вот и мне когда-то и нравится. Боев и понимаешь, что танк хорош. Просто ожидали другой геймплей. Да, Димон. Да. Я ожидал другой геймплей, это правда. Ай, нет. Хотел роль Димону выдать, пока выдавал там за свет. Так. Держи роль. А то ишь, без рольки сидишь. Грустишь. Сидишь, грустишь без ролики. Несерьезно. Какой-нибудь КПЗ 7 из конструкторского бюро мне, например, гораздо меньше понравился. Да и сейчас он мне не особо нравится. Я не разбираюсь в этом, ролях. Спасибо. Просто кубик дал. Выделяешься немножко на общем фоне. Ясно, что ты общаешься в чате хоть чуть-чуть. Есть люди, которые... Ни разу не писали ничего, кроме, например, слова в боксе. Ни разу не писали «привет». Ничего. Стесняются. Либо просто не хотят. Либо им это не надо. Либо ждут 3 года. На 1000-й день я напишу ему сообщение. Касперский меня троллит. Пишет 99%. Проверен. Осталось менее минуты. И уже минут так 40. Нормально. А можно мне тоже 4 кубика, а лучше 6. А то у меня только один большой шарик. Тема немножко. С кубиками. И при шариках. Чуть не хотят сразу. Не знаю, то стесняются. Ну, опять же, я смотрю по присоединяющимся к розыгрышам. То есть, в формате уникальных людей, ну, кто еще заодно и присоединяется к розыгрышам, где-то 430-450 человек у нас. В формате именно уникального зрителя нас где-то... 1000-1100 на стриме. То есть человек, который пришел, ну и вот, примерно половина молчит. Может, играют тоже? Да я не спорю, но между боями, не знаю, там, когда ты только зашел на стрим, ну напиши «Привет, медведь». Хоть что это? Мне. Я же не говорю сразу. Задонать и побольше. Желательно крупными бумажками.
иностранными бумажками. Вот так. Как я уже сказал, многие стесняются. А? Хорошо пошла. Кстати, сейчас было бы идеально опять скатиться в квадрат B1, как тогда мы приемку устроили. Но не могу. Кровато слишком, народу еще осталось живых. Свелся на всякий пожарный, а то мало ли промахнусь не вовремя. Вот этого он точно не ждал. Это будет первый раз, когда СТРВшка проиграет этому танку. И последний, скорее всего. Запомните этот момент. СТРВшка делает этот танк в любом случае. Но... водитель тоже важен, ладно. Водитель тоже важен. Ой-ой. Тридцаточка, давай, оформи его, пожалуйста. А, тумничка. От утечка. А, леопард. Погнал собирать плоды вкусняшные. Погнал собирать халяву. Понятно. Все с ним понятно. Ну, а где халяву любят все, тут не поспоришь. Они еще и оба кадешнулись. Так что леопард сейчас обоих их заберет. Вроде леопард, вроде такой прям кошка, все дела. А на самом деле жук. Да, да. Виктор, здравствуйте. Что я могу сказать? Все-таки мы выжили этого мастера из этого танка.
Я думаю, дело в том, что мы поиздевались над СТРВшкой. Вот прям поиздевались над СТРВшкой. Прям стыдно немножко. Для понимания, вот был хороший бой. Первая степень. 5200. Так. Хороший бой был. Ну, неплохой. Еще был хороший бой. Где он? Где он, где он, где он, где он, где он? Вот он. Вот. 7500. Чем неплохой? Нехороший бой. И воин был. И не дали мастера. Но, друзья, все-таки мы смогли его достать. Что хочется еще и резюмировать по машине, потому что я все ждал, когда же мы сможем сделать хоть какую-то резюмешку. Танк прикольный. Вот серьезно. Но он подходит для человека или для ребят, которые любят кустовой геймплей. Навязывать агрессивную игру на нем сложно. Пару раз мы смогли ее навязать. Причем, да, мы даже отбивали крышей. Неплохо, кстати, получилось. Неожиданно план сработал, причем очень качественно. Момент той самой пресловутой брони. Вот она, здравствуйте, передает вам привет. Но все-таки учитывайте, что шьется он прям в ствол, причем довольно часто, просто вот сюда, и все. Мне понравился барабан. Я, честно скажу, не расстроен. Приобретении. Не скажу, как понравится вам или не понравится. Я играю на обычных снарядах, и что удивительно, у меня он фармит. По 40-50 тысяч за бой. На кумулях попробовал. Часто съедают катки, часто съедают колеса. Прям часто-часто. Играю на ББшках и прям кайфую. 16 выстрелов, 14 раз попал, 13 с уроном. 1252 планка чистого на мастера. Это чтобы был точно мастер. 1062 не хватило. 1193 тоже не хватило. Так что, друзья, надеюсь, бой вам понравился. Приходите на стримы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не расстраивайтесь, если у вас сейчас не получается. Может быть, смотрев это видео или впоследствии посмотрев этот стрим, у вас начнет получаться чуть лучше. По оборудке у меня оптика, турбина, малошумка и маскировка, инструкция. С малошумкой стало получаться гораздо лучше. Почему-то он довольно жестко светился до этого. Как-то так. Есть. Ну, наконец-то взяли мастера. 3359 средний урон на данный момент. 800 среднее содействие. За 38 боев оформили мастера.